Друзья, всем привет! Сегодня мы оказались в гостях у моего друга и коллеги, хирурга-ортопеда Дениса Никитина в его новой клинике Dental Date. Так, Денис недавно переехал в новую клинику, в новый кабинет, и сейчас мы узнаем, сколько стоит его профессиональный шмот. Начнем с стоматологического кресла. Установка КВЕ-30, Германия, стоимость порядка 800 тысяч рублей. Микроскоп Altion, модель 2000, стоимость примерно 800 тысяч рублей. Есть выход под камеру, планируется передача изображения на монитор ассистента. Чудесный аппарат для гигиены Airflow Proflex Master, производство Швейцария, стоимость 1 200 000. За что такие бабки, я не сильно понимаю. Не разлетается по всему кабинету порошок. Что? То есть гигиена получается супер щадящая, пациенты счастливы. Так, Дэн, давай, что по сканеру у тебя? У меня стоит 3 шейп. Шейп 1 200 000, стойка 50 тысяч рублей, компьютер 100 тысяч рублей. Опа, Дэн, что за стул? Стул Рини, стоимость 250 тысяч рублей. Супер удобные регулировки, приятная кожа, сидеть очень удобно. Что по суставам? Работаем в концепте Славичка, оборудование Гамма. Кандилограф стоит 1 600 000, вариатор стоит 250, артикулятор со всеми приборами стоит 400. Вижу принтер. Это Formlabs 3B, стоимость 450 тысяч рублей вместе с мойкой и сушкой. Есть еще китайский принтер для печати моделей, стоимость там 50 тысяч рублей. Рентген делаем в кабинете. Это аппарат Vatec переносной, стоимость 350 тысяч рублей, супер удобно. Что еще есть к этим приспособам по гнатологии? Закройте, подожди. Пожалуйста. Все ваше. Так, здесь у нас есть кинематическая лицевая дуга для загипсовки, столик для загипсовки. Есть у нас здесь куча измерительных приспособлений для измерения определенной плоскости, угла наклона зубов фронтальных. Система закрывает все потребности по суставу. Мы проводим диагностику, изготовление сплинтов, вправляем выпавшие диски. И делаем тоталы в правильном положении. Малый функциональный анализ у нас стоит 25 тысяч рублей. Полная диагностика с кандилографией, с изготовлением капы, с нахождением лечебной позиции стоит 100 тысяч рублей. Так, ладно, тебе рассказывай, сколько стоит винир? Керамическая реставрация начинается от 70 тысяч, а винирные рефракторы стоят 110 тысяч рублей. Окей, почем имплант? С коронкой. 120-130 тысяч. Дэн, спасибо большое, что пригласил нас сегодня на экскурсию. Красавчик, спасибо. Его профессиональный шмот. Я держу.